И всем привет, ребята! Вы на канале Алекс Про Макс, и сегодня я буду с вами играть в игру Garden of Banban. Я знаю, что я опоздал. Я не снимал эту игру, потому что не снимал. Не хотел, наверное, но из-за того, что вышла вторая часть, мне придется сыграть сначала в первую, а потом, если вам понравится, мы будем играть во вторую часть. Только если у меня получится ее как-то получить. Что ж, погнали. Новая игра. Да. Блин, я не знаю, тут есть что-то. Перевод. Для родителей. Осмотритесь и найдите пропавшего ребенка. Нажмите на будильник, чтобы пересечить время. Я не знаю, как сказать. Допустим. Да. Вот так. Опа. Открыли дверь. Кто-то зашел, пришел. И там еще что-то было. И потом свет вообще выключился. Капеть. Погнали. Но я хочу перед началом, ребята, вот так сделать и посмотреть, есть ли у меня в ОБС. В ОБС у меня все показывается, все хорошо. Так что идем дальше. Мы можем ходить на ВСД и нажимать на кнопки. Если что, эта игра вообще лагает. Я не знаю, давайте зайдем в сеттингс, что ли. Графикс? Нет. Нам нужно... Давай медиум поставим. Аплу. Чтобы у меня не лагало. Я не хочу, чтобы... Она слишком лагает. Я понял. Короче, нам нужно поставить на... графику на... А чё она не захотела даже? Давай на самую низкую графику поставим. Потому что слишком игра лагает. Вот сейчас уже по-нормально вот так. Но текстурки желают лучшего. Вообще все желает лучшего. Но придется, потому что я по-другому не могу. Наверное. И давай я все-таки чуть-чуть получше сделаю. На медиум хотя бы давай. Все, на медиумы. Да ё-моё, я не знаю просто, как графику сделать хорошую. Вроде нормальная графика. Так, я могу ходить на ВСД. Окей. Тут я вижу какой-то ключ-карту. Как ее взять? На Е? Да, на Е, я так и знал. Но, судя по всему, мне нужно зайти сюда. Что дальше? Вот есть вот такой пульт. Окей, и я так понимаю, я могу вот этой штукой, да? The remote requires two batteries. Ну, я, в принципе, смотрел летсплей. Это, типа, тут нужно найти батарейки. Я помню, летсплей смотрел. Вот тут первая батарейка где-то. Не, ничего, рандомно. А, нет. Не рандомно. Да... А, я этот... Вот, все, одна батарейка есть. А вот другую я не помню. Может, тут где-нибудь еще есть. Просто я ничего не вижу. Вообще, просто как тут в настройках пошариться. Подожди, так тут тоже нету. Не, ну что за ерунда такая? Меня просто на деньги обманывают. О! Опа! Все, нашел вслепую. Погнали. Вот, теперь вот эта штука работает, да? Привет. Как тобой пользоваться? Я смотрел вот так как-то. Как? Да. Left mouse. Окей. Ага. А как? Press right. Телепорт. Ага. Окей. Прикольно. Controls can be accessed at any time. In pause menu. Не понял. А в чем прикол? Может, где-нибудь еще есть, чтобы... Да. Ну что за... Просто хотели меня обмануть разработчики. Нет, братанчик, живи. Все, принимает позицию. Молодец. А это, я так понимаю, если я вот так сделаю, то он тпхается ко мне. Прикольно. Это, я так понимаю, Opilas Bird. Посмотрел на меня.
Так, ладно. Капитан Филлесейс. Уга-буга-буга-уга. Вот это плагиаты. Для этого... Ой, нет, 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 нет. Просто это пэхнем его. Просто это пэхнем его. Ты где? Ты где? Эх, ладно. Так. Бан-бан говорит, что это твой конец. Не знаю, не знаю. Бан-бан сказал, sharing is caring, your princess is mine. Мне кажется, если что-то он имел, типа, что-то мое, это твое. Погоди. Сюда. А, вот он. Вот он. Привет. И чё? Вот сюда, лети сюда. Он сейчас врезает. Я ж случайно. Да я не хотел, да ё-моё. Ну ладно, лети уже тогда. Может, что-нибудь сделай. Может быть, мне теперь нужно его вот туда? Капец. Я вот это... Я настолько плохой мальчик. Так, ладно. Испугался, капец. Просто это баганутый немного. Ага. Кстати, на бумажечке вот этот Апила Бёрд был. Помните? Куда я могу зайти? Наверное, там где-то есть карточка, ключ карты. И, скорее всего, мне надо ее где-нибудь найти тут. Могу ли я шкафчики открывать? Нет, а я думал, что сейчас можно будет, как в Дорсике. Просто берешь, открываешь. Берешь и вот так вот стулья. Ну, это просто копия Pop Playtype. Ну, не прям копия. Поинтереснее немножечко. Ну, или я не знаю, я просто не сильно шарю. Но мне нравится и копия Playtype. Garten of Banban. Так, ладно, что мне надо сделать? Может, я где-нибудь... где мне можно найти ту штуку? Вот, например... Чего? Ага. Ладно. Может, я могу тут открыть что-нибудь? О! Смотри, я открыл дверь. Ух ты ж, ё-моё! Ой, мне что-то не хочется. Не надо. Давай, иди сюда, братанчик. Я так понимаю, я когда смотрел Пози, нужно найти всякие там эти самые яичко. Мне, наверное, нужно подойти к Упиле. А мне очень хочется. Вот как раз нужно напоить. Ага, вот, например. Нет, не надо. Не надо, чувак. Нет. Подожди, стой, ты ему можешь влепить к этой помидорочке? Подожди, можешь влюпить в это, влупить ей? Да что ты не можешь? Знаешь, ты можешь. О! Просто как металл какой-то. Ладно. Ой, нет. Так. Ага, я не хочу. Что-то я уже не хочу играть в эту игру. Страшно, страшно. Но давайте все-таки попробуем. Качелечки тут. Кстати, где наш ребенок? Он же файтился. Так, вот. Еще. Да нет! Я случайно не то нажимаю. Я просто управление думал, другое будет. Эх. Бедный квадрокоптер. Так, вот, например, я нашел. И давай, вот еще я вижу. Это Пасха. Это игру на Пасху можно было выпустить. Тут как раз вот Апила Бёрд на Пасху все. Мне страшно будет узнавать, как я буду от нее убегать. Это будет самое страшное, наверное. Так, подожди, сколько у меня уже есть? Вот. Один, два, три.
Find extra feed. Спасибо, я не хочу вообще-то ее прям накармливать. Она мне никто, она просто какая-то бабазина. Мне кажется, что... Так. Сюда иди. Сюда подошел. Подошел. Ты где? Ты где? Братанчик. Где же ты? Давай. Иди сюда. Молодец. Молодец. Лучше бы я бы вот этой вот попили просто в лицо дал. Хитрая. И что мне делать теперь? Как? Капец. Сюда лети. Мой квадрокоптер. Потом лети вот туда. К яйцу лети. Да капец, он не может. Как мне с этим балованным бочком? Что мне с ним делать? Мне яичко надо. Что-то есть. Блин, нужно ноутбук зарядить. Так, идем дальше, идем дальше. Ага, вот мы там нашли. Отсюда. И идем, идем, идем. И тут. Где тут? Вот! А, подожди, наверное, что-то там скатится, и потом вот эта штука скатится, да? Это я так понимаю? Нет, это не это имеется в виду. Но почему-то мне кажется, что нужно туда пойти наверх. Нет? Туда не надо, но вот сюда нужно, чтобы наш дружок пошел и сделать все-таки. Блин, прикольно. Прикольный такой робот. Все. А что за магия внутри Хогвартса? Ну, все равно молодец. Это магия внутри Хогвартса. Ага, сколько я уже ему дал? Наверное, 3-4. Погнали еще поищем. Ну, вот мне искать лично не хочется вообще. Я боюсь этого. Опи. Это реально страшилка. Подожди, я запись включил. Да, у меня запись включена. Я уже испугался, что у меня запись. Нет, стой, 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 я случайно. Я случайно. Может, нужно там что-нибудь? Да нет, не. Может, это последний уже и так был? Этот, блин, не хочу. Я боюсь. Нет, это не все еще. Я очень боюсь скримаков. Если мне выпадет скример, то все, это капец будет. Испугаюсь до смерти. Где мне найти ваши яйца? А, вот яйцо. Я надеюсь, что... Нет. Робот, нет, братанчик. Подожди, почему я не могу его подобрать? Все, я подобрал. И мне кажется, что это, наверное, последний. И все, и мне капец. Вот. Чтобы получить приз. Мне ваши призы не нужны. Говорю вам сразу. Фух. Я так боюсь. Какой, блин, приз? Я лучше уйду от этого идиота. Он мне ключ-карту даст? О-о-о-о. Я не хочу играть, я хочу выключить скримаки. Зачем я зашел? О, да, реально, ключ-карта. Это ключ-карта оттуда.
Боже, я хочу закрыть. Я боюсь. Я боюсь, я не хочу. Чтобы... Сюда. Прилети сюда, бро. Вот, у меня есть ключ-карта. Ага. Боюсь. Ты что? Мне кошмары будут с опилой сниться. Как я буду проходить этого страшного? И что дальше? А, вот, смотри. Пистолет? Это молоток. Что-то мне уже не нравится проходить. Garden of Banban. Подожди. Я сюда не могу войти. Банбанила сказала. Детство, это что-то там. Короче, что-то там говорит Банбани. Подожди, куда использовать? Может, на этого идиота? Не, я не хочу. Ты хочешь сказать, что мне нужно туда пойти? Знаешь что, я сейчас выключу игру. Я вырублю сейчас звуки. Я просто возьму сейчас, вырублю звуки, потому что... Да звуком нельзя. А за что? Верно, да? Я знаю, что это... Сюда. О, нет. О, я знаю, что это имеет. Сейчас этот еще придет. Почему я ничего не вижу? Серьезно. Я думаю, что она уже за мной идет. О-о-о-о-о. А! Смотри, Бригнес. Давай тогда. О-о-о-о-о-о. Боюсь. В смысле? Нет. О, я боюсь. Р. Р. Просьето. Окей. Окей. Пожалуйста, не надо. Не надо. Ага, подожди-ка. Может, мне нужно сюда, а потом... Мне не нравится, куда я. О! Я вырублю звук. Я хочу вырубить звук. Я вырубил звук. Я вырубил звук. Я не хочу скримеров. Я не хочу скримеров. О! А, подожди. Смотри, нужно угадать какие-то. What was my color? Так, я помню, вот у Банбана... стой, стой! Нет, у него красный, у Банбана. Вот, красный. Он Банбалиный, такой белый. Нет, у нее белый. Это розовый был какой-то. Вот, это белый. У Банбана был... вот такой цвет. У опилы, конечно же, розовый. У этого чебупели был вот такой прям, как сказать. Да, вот такой. Подожди, стой. А у этого осьминожка был цвет оранжевый. О! Ты что бугаешь так? Нет. Не надо. А? Я сейчас выйду в баню.
Нажимаем. Сейчас можно будет нажать, в принципе. Да блин, опять не повезло. Давай, давай, давай. Быстрей. Давай, я на shift нажал. Серьезно? Это было настолько легко? Чего? Я думала, это будет сложно, вообще капец. Но я очень был сильно испуган. Прям очень сильно был испуган. В принципе, сейчас нельзя, можно не бояться. Может, там ключ-карта какая-то была? Я не знаю. Я не знаю. А туда возвращаться не хочу. Вообще. У вас в бане. Так, сюда я не могу, кстати. Стало немного другое. О, вот сюда я могу. Сюда пришел. Ага, вот. А он там заспавнился, ничего себе. Читер. Давай посмотрим, что тут написано. Ага, ага. Я это сканирую, я это сканирую. Я вам потом покажу на монтаже. Ага, вот тут есть... Тут что-то я включил. Я не знаю, наверное, это от этой комнаты, наверное. Ты что так пугаешь? Чё так страшно? Меня стул испугал. Очень сильно. Теперь я боюсь стулья. А как прохождение? Я так же сама когда-то проходил Portal 2. Просто вот тут не видно, что тут что-то... Вот. Вот теперь видно. Теперь тут видно, что что-то тут есть. Хорошо. Угу. Что сейчас будет? Джамма-джошик. Что дальше? Алло. Алло, гараж. А, вот. Смотри, открылось. Ну, вот это вообще... О, я сюда даже не могу пройти. Здесь. А, вот этот может, гаденыш. Ладно, нет, 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 нет. Нет, 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 не надо сюда. Хитрый. Он умеет проходить, а я не умею. Тут просто вот стена невидимая. Ага. Вот, теперь можно. Это просто магия вне Хогвартса. Эть, эть, эть. Давай, заходим. Все, все, могу заходить. Нажимаем. Ну что, братанчик, погнали. Ты без меня? А, эй, сюда. Я на кнопку не могу нажать. Ладно. Вот это прикольно. Еще коробочки упали, да-да-да. Да. Сейчас вот этот появится, монстрик. А где он появится, наверное? Где он появится? Джамба Джош. Где? 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 А, вот! Привет! Привет! Ты ж ё-моё! Не надо! Всё. Просто. Он слишком толстенький для этого. И он просто скатился, лагу, полетел. И все, капец. Ну, маленькая такая игрушечка. А что дальше? Типа. Все, прошел. Спасибо за игру. Wishlist the sequel here. Это можно было, но игра эта уже вышла. Она за деньги, а у меня денег мало. Так что будем как-нибудь пытаться скачивать. Что ж, ребята, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы посмотрели мое прохождение по игре Garden of Banban. Если вы хотите, чтобы я попробовал пройти вторую часть Garden of Banban, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, там, подпишитесь, пожалуйста. И до новой встречи, всем пока-пока! Так же.
не забывайте переходить в мой телеграм-канал по ссылке в описании.